Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет про духовой шкаф Electrolux OKF5C50X. В описании под видео вас ждет подборка ссылок на магазины с лучшими ценами на эту модель. Чтобы не пропустить выход нового видео, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. Буду рад, если поддержите меня лайками и комментариями. Сенсорный дисплей с таймером позволяет с легкостью отслеживать состояние блюд. Он также позволяет задать точное время приготовления и следить за готовящимися блюдами. Контролировать процесс приготовления стало еще проще. Теперь вы сможете сконцентрироваться на раскрытии своего кулинарного творческого начала. Противень увеличенного размера. Раскройте горизонты вкуса, выпекайте больше за один раз. Пришло время идеально пышных кексов в качестве лакомства после полудня или пикантного мясного рулета для друзей. Ведь чем больше места, тем больше прекрасных рецептов. Электрический духовой шкаф объемом 57 литров позволяет использовать следующие программы приготовления. Нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, влажный горячий воздух, турбогриль. Функция отложенного старта поможет выбрать удобное для вас время приготовления. Простота ухода. Внутреннее покрытие духового шкафа легко очищается от загрязнений. Оцените равномерность приготовления на нескольких уровнях, используя режим горячий воздух. Дополнительный кольцевой нагревательный элемент и вентилятор обеспечивают равномерный нагрев на нескольких уровнях. Это идеальное решение для печенья на скорую руку и пышных пирогов. Благодаря функции быстрого разогрева духовой шкаф будет готов по вашему первому требованию. Выигранное по сравнению с обычным разогревом время вы сможете потратить на приготовление соуса. Циркуляция горячего воздуха по всему объему духового шкафа обеспечивает равномерное приготовление. Все это без необходимости поворачивать блюдо. Данная технология ускоряет разогрев духового шкафа, экономя как ваше время, так и электричество. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Стекол в дверце всего две. Между дверцей и панелью щель для воздуха. Стекло греется. Теперь перейдем к положительным. Много режимов работы. Смотрится стильно. Соотношение цены и качества. Удобно устанавливать. Подсветка яркая. Вентиляция хорошая. Качество исполнения. Интуитивно понятное управление. Решетка выезжает на направляющих. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».